В то время как фронт жил мыслью скорее изгнать фашистов с родной земли, с нечеловеческим напряжением работала страна. Фронту было нужно много. Вооружение, боеприпасы, медикаменты, одежда, продукты питания. Большинство мужчин города, а особенно деревни, ушли на фронт, и вместо них остались работать жены, сестры, дети. Силы нужны были и на фронте, и в тылу. Качается рожь несжатая, шагают бойцы по ней. Шагаем и мы, девчата, похожие на парней. Нет, это горят не хаты, то юность моя в огне. Идут по войне девчата, похожие на парней. Обиды боли годы не сотрут, ведь люди столько вынесли на свете, что может статься целое столетие. Ни ложь, ни зло в сердцах не прорастут. Дякую!